3 автомобиля с гуманитарным грузом для участников СВО помогли доставить парламентарии при Ангаре в Макеевку Донецкой Народной Республики. Кроме того, в ходе рабочей поездки депутаты региона договорились о сотрудничестве с Народным Советом ДНР. С таким предложением выступил спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников. Он отметил, что межпарламентское соглашение позволит обмениваться опытом работы депутатам и сотрудникам других аппаратов, а также пригласил парламентариев Народного Совета ДНР в Иркутскую область, чтобы ближе познакомиться с деятельностью законодательного собрания и побывать на Байкале. Мы хотим создать рабочий формат и пригласить к этому и Луганский парламент, да и, наверное, все парламенты новых территорий, задружить между собой в рабочем формате, задружить аппараты. Мы бы с удовольствием поделились, как работать и с Государственной Думой, как работать и с Советом Федерации. И поэтому вот эти такие приземленные, но очень важные рабочие дела, они понадобятся вот